Всем привет, с вами канал Субервижн. Ну что, ребята, сегодня решил я заняться процессом переселения. И как оказалось, в новостном видео вы, может быть, видели, сверху лежало три личинки. А там-то и было три личинки, потому что я сейчас просмотрел весь субстрат, который был. И там, как ни странно, но личинок больше не оказалось. Хотя вначале было 5 личинок. Я не знаю, куда пропали остальные личинки. Возможно, просто вот эти вот хулиганы вот эти вот, они их съели. Ну, ничего страшного, я думаю, из этих трех личинок будет по-любому какой-то самец и какая-то самка. И мы сможем не только на них посмотреть, но и попробовать их спарить. Так, ты еще хавать-то хочешь съесть? Давай-ка подальше отходи. Так, сейчас я нашел дома несколько контейнеров, значит, пока еще будем использовать вот этот старый контейнер, здесь оставим одну личинку. Одну личинку уже поместим вот в такой вот большой контейнер. Я думаю, этот контейнер уже хватит полностью до конца, до плетения кокона. Ну и еще один тоже у меня есть такой вот небольшой контейнер. Сейчас я здесь проделаю дырочки. И пока временно вот в этих двух контейнерах две личинки, вот эти самые маленькие, они будут у нас инкубироваться. Для того, чтобы их переселять, у меня закуплен специальный субстрат Flake Soil Protein. На этом субстрате личинки смогут у нас вырасти до максимального размера, спокойно питаться. В общем, с этим субстратом у нас проблем не будет. Сейчас мы его засыпем в контейнеры и пересадим туда наших личинок. Так, сейчас заполним самый большой контейнер, который у нас есть. Так, насыпем туда землю, а точнее не землю, а вот этот вот как раз специальный субстрат. Единственное, где-то я читал, что необходимо не так много его насыпать, в плане того, что необходимо досыпать еще старый. Но старого у меня здесь не так много, субстрата, поэтому придется наши личиночки немножко побыть в дискомфорте. Возможно, это приведет к нарушению немножко пищеварения, но, думаю, ничего критического в этом не будет. Сейчас мы его насыпем, немножко увлажним, перемешаем и разместим туда, я думаю, вот самую большую личинку, которая у нас есть. Так, сейчас мы попробуем сделать проще, насыпать из пакета прям субстрат. Так, сейчас сюда добавим воды. Так, наверное, этого будет мало, надо добавить побольше. Вот так вот добавим. Пускай у нас немножко пропитается. По мере поедания субстрата еще будем добавлять его сюда. Ну а сейчас пересадим нашу самую большую личинку. Так, как бы мне ее аккуратно взять, чтобы не повредить. Так, возьму сейчас, пожалуй, я листок лучше. И уже с помощью листка ее пересажу. Иначе я боюсь, что я ее просто поврежу. Так, ее задвинуть-то сюда. Давай-ка иди, дружочек, сюда. И перебирайся в свой новый дом. Надо добавить еще старого субстрата рядом, чтобы он, так сказать, с пищеварением. Ну, хотя здесь этого субстрата вот на один зуб. Практически весь субстрат-то у нас новый в этой баночке. Не знаю, как он к этому отнесется. В общем, будем наблюдать, смотреть, все ли его устроит. В принципе, этого контейнера должно хватить уже до максимальной третьей линьки. Ну и после этого до плетения кокона. Так, все, его закрываем сейчас и насыпаем субстрат в оставшиеся два контейнера.
Так, пересаживаем вторую личинку. Закрываем крышкой так, чтобы ее не придавить. Так, надо, наверное, немножко здесь сделать небольшое углубление для нее. И только после этого закрывать, иначе я боюсь, что я ее просто придавлю. Вот так вот. Так, не придавил ли я? Вроде нет. Давайте, может, еще побольше уберу немножко здесь субстрата. Вот, и положу ее в такое небольшое углубление. Пускай она здесь сама дальше закапывается уже. Так, ну и в третий сейчас я проделаю небольшие отверстия в третьем контейнере и положу туда третью личинку. В довольном таком порядке я наделал дырочки. Ну, сейчас засыпем субстрат и пересадим последнюю оставшуюся третью личинку. Так, и отправим туда третью личиночку. Давай, залезай. Аккуратненько, боюсь их повредить руками, если буду брать их. Так, ну и максимально засыпем старый субстрат, чтобы, так сказать, не портить пищеварение. На этом мы наше переселение заканчиваем. Дальше я эти два небольших контейнера заменю. Заменю их на контейнеры, соизмеримые вот с этим, чтобы уже можно было спокойно дожидаться второй и третий линик, и в этих контейнерах они уже смогли сплести себе коконы. Вот, будем дальше наблюдать за развитием этих интересных насекомых. Всем спасибо, что посмотрели. Не забывайте подписаться. И до новых встреч, ребята. Всем пока-пока.